Всем привет, меня зовут Ярмоленко Игорь. Вы смотрите видео-дневник день за днем. День у нас сегодня 24 декабря 2013 года. Время сейчас 5 минут 12. Нос чешется нереально. Самый неподходящий момент. Так, день недели у нас вторник. Прошел как вторник. Ну, такой, не особо напряжный, бодрячковый. Никуда не ездил сегодня, весь день находился в банке, в офисе. Сегодня у нас сотрудник один из нашего отдела, получается, ну, да, из нашего кабинета. Он не в нашем отделе, он в отделе рисков, короче. Ну, суть, сидит вместе с нами в нашем большом-большом кабинете. И, в общем, сегодня у него был дембельский день, последний. Он увольняется в погоне за длинным рублем, уходит в другой банк. В какой банк не говорит, соответственно, это тайна. Ну, его все поняли. Так многие делают, да, не сообщают своим коллегам, бывшим уже, в какой банк они уходят. Вот, ну, соответственно, у нас сегодня день был пиц и пирогов, весь день ели, сколько там он, штук 5, наверное, больших пиц, около 4 пирогов, короче, заказалось, что там парочку маленьких пиц каких-то, ну, в общем, праздник желудка. Я еще и на обед сходил потом, часиков 3, наверное, ну, чисто так. Мясо и гороховый супец похлебал. Так, ну это на работе было, да? После... Что ж такое? Нос чешется. Вроде не вру, говорю правду чисто. А нос чешется. Так, пришел домой. И все. На этом все интересное закончилось. Так, на улице у нас весна. Плюс 2, снег весь растаял. Сухо, правда немного ветрено. Вот, у меня сегодня такое желание было, на самом деле, на кухне чай попить, ну, записать видос, да, рассказать вновь о каком-нибудь канале интересном. Я даже уже придумывал, о каком канале я буду говорить, но случился косяк. Бабуля Григорьевна, ёлки-палки, решила стирать, короче, и весь вечер, короче, у нее машинка не прерывается, блин. Не чтобы поставить на быструю, да, там, как полчаса, короче, есть быстрый режим. Ну, на многих машинках. Она ставит стирку, в общем, на полтора часа. Там вообще жесть, блин. Раз полтора часа, второй раз полтора часа. И она сильно гудит, в общем, эта машинка на кухне. И не вариант записывать что-либо. Так что сегодня обойдемся без нового канала, скажем так, да. Вот, ну что, на этом все. Всем пока. Всем удачи, всем спасибо за внимание. Вот такой вот день желудка был, да, или как праздник живота очередной. Аривидерчи.